Всем привет, я Юлия Андреева. Я расскажу о погоде на пятницу, 28 мая. Спонсор прогноза погоды – торговая марка «Чудо-хлеб». Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый. Наш рукопашный бой. Земля тряслась, как наши груди. Смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий. Слились в протяжный бой. «Чудо-хлеб» Бородинский. История России в хлебе. Пятница. На территории нашей области ожидается пасмурной, с кратковременными дождями. В Кирсе плюс 13. В Слободском и Котельниче возможно еще и грозы. Здесь воздух прогреется до 16-17 градусов тепла. В Вятских Полянах солнечно и плюс 22. В Кирове в пятницу будет пасмурно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Ночью ожидается плюс 14, плюс 15. Атмосферное давление составит 751 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 53%. Ветер подует западный со скоростью до 4 метров в секунду. Магнитное поле будет спокойным. В пятницу световой день продлится 17 часов 38 минут. Луна начала убывать. И на этом у меня все. Это был прогноз погоды на пятницу, 28 мая. Пока!